14 августа состоялся первый тур Международной олимпиады по информатике IOI. Задания первого тура состояли из трех блоков, которые, в свою очередь, состояли из отдельных подзадач. Здесь собраны самые лучшие школьники со всего мира, поэтому уровень заданий соответствующий. Всего олимпиада состоит из двух туров. Сейчас только что закончился первый тур. На каждом из туров есть три различные задачи, в каждой из которых несколько подзадач. За каждую из подзадач вы получаете какое-то определенное количество баллов. Всего за каждую задачу вы можете получить до 100 баллов, и, соответственно, максимальное возможное количество баллов, которое вы можете получить за весь первый тур, это 300. Соревнования начались в 9 утра и продолжались в течение 5 часов. За это время участники успели показать все свои знания. Несмотря на сложности, многие участники довольны своим результатом. Первое задание было довольно сложным, но я справился. Второе и третье было еще проще. Я очень доволен своим результатом. Первый тур прошел довольно хорошо, как бы задачи и сложные, и легкие. Каждый по-своему. Мне действительно было очень сложно. Я долго готовился к этой Олимпиаде, поэтому у меня все получилось. Первый тур произвел на меня большое впечатление. Было сложно, но у меня все получилось. Я доволен результатом. Результаты первого тура таковы. Первое место на сегодняшний день занимает участник из команды Китая. Он набрал максимальное количество баллов. Второе место между собой поделили участник из России и Китая. У них по 297 баллов. Это был только первый тур. Впереди участников еще ждет самый сложный и решающий этап. Аделя Валеева, Роман Самарин, Универньюз.